Какие же типичные места страха в городе? В своей книге Мазда Адли «Стресс в большом городе» упоминает пригородные станции, станции метро, подземные гаражи и парковки, темные тропинки, окруженные кустами. В этих местах действительно есть высокий риск подвергнуться нападению. А давайте мы посмотрим несколько шире. В каких же местах еще могут возникать страх и тревога? Но прежде всего, это несоразмерные городские пространства, несоразмерные человеку. То есть это кварталы с очень высокой застройкой, либо огромные площади, либо наоборот очень тесные улочки, где мы не можем разойтись с другими горожанами. Что еще? Связано с территорией. То есть я всегда должен знать и быть спокоен, что я могу перейти с одной стороны улицу на другую. Или если я столкнусь с благоустройством, или будет идти ремонт дороги, я всегда буду знать, как я могу обойти или преодолеть это препятствие. Все эти характеристики обеспечивают очень важное качество – прогнозируемость городского пространства. То есть когда я понимаю, что мне предстоит, что меня ожидает, я меньше тревожусь. А интересно, учитывается ли при строительстве новых городских объектов страхи и тревоги горожан? И как оценивается комфорт городских локаций? Прежде всего, тема тревоги и страха – это тема про мочь быть здесь. То есть физическое присутствие в физическом пространстве. То есть вот стул, на нем сидят, вот стол, за ним едят. Все ясно. То есть и этот стул меня держит, он не разваливается под моим весом. Здесь абсолютная надежность. Когда же мы говорим про комфорт, это несколько иной аспект. Это не просто меня здесь что-то держит, и это надежно, я могу этому доверять. Комфорт – это нечто большее. Когда я сижу не на просто деревянном стуле, а я сижу, например, в кресле, да, или на диване. Но будет ли нам комфортно в доме, где тусклый свет, каменный пол, нет занавесок, которые бы защитили нашу приватность? Наверное, нам в этом доме будет некомфортно. И было бы хорошо, чтобы пространство объединяло в себе два этих требования. Быть надежным, безопасным и быть комфортным. То есть что значит быть комфортным? Там, где я чувствую себя хорошо, где я переживаю что-то хорошее, общаясь с другими людьми, где я чувствую связь с этим местом, где действительно мой дом, мне там уютно, хорошо. Зафиксируем важное. Человек всегда стремится к переживанию защищенности. Что это значит? Это не только мочь быть здесь физически, но и нравится быть здесь. В современной градостроительной политике безопасность плюс комфорт – это два основных столпа сегодня. Существует несколько стандартов проектирования и строительства зданий, которые учитывают эти два требования. Это Active Design, Healthy Streets – здоровые улицы, экологическая оценка BREEAM, стандарты проектирования LEED Well и сертификация зданий Fit Well. Наиболее релевантным в Москве и нашей теме является стандарт Healthy Street. Healthy Street – эта методология была разработана Люси Сандерс в 2011 году для оценки городских пространств с точки зрения их влияния городских условий на человека. В этой методологии идея безопасности и комфорта наиболее ярко отражена. Я назову критерии, по которым оценивается пространство. Это доброжелательность и возможность присутствия совершенно разных групп населения в пространстве. То есть это и мамы с детьми, и пожилые, и взрослые здоровые люди. Это наличие пространств укрыться от дождя и зноя.
Это чистый воздух, не сильно шумно. Люди чувствуют себя расслабленно, люди чувствуют себя в безопасности. Есть чем заняться и на что посмотреть. Вот как раз все те требования, которые необходимы нам для того, чтобы чувствовать себя не только безопасно, но и комфортно. Следует отдельно отметить, что как минимум 3 из перечисленных мной стандартов строительства содержат прямое указание на влияние города на психологическое благополучие и здоровье. Это active design, где содержится указание на украшение улиц для того, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Это healthy street, о котором мы сейчас только что проговорили. Люди себя чувствуют расслабленно, в безопасности. Стандарты проектирования WELL вообще вводят специальную шкалу психическое здоровье. Мы проговорили с вами про общественное пространство. Но если взять среднестатистический дом, не очень уютный двор или подъезд, что с этим может сделать человек? Как он может справиться со своей тревогой и страхом, например, когда он заходит в темный подъезд? Мой ответ здесь будет таким. Если человек не испытывает здесь для себя какой-либо угрозы или опасности, делать он с этим ничего не будет. То есть, если мне неприятно заходить в подъезд, но я переживу, неприятно, но я могу пройти ежедневно вверх и вниз, то это вопрос не тревоги и страха, это вопрос того, что важно человеку. Как чувствовать себя в городе комфортно? Первое. Обращать внимание на свои чувства и состояния и воспринимать их всерьез. Если нам некомфортно находиться в каком-то месте, нам хочется его покинуть, вполне возможно, это не говорит о том, что мы привереды. Вероятно, мы просто воспринимаем это пространство как небезопасное для себя. Второе. Найдите места, где можно расслабиться. Это может быть внутренний двор дома, где вы живете, любимая кофейня, музей, где вы можете созерцать любимые произведения, либо городской парк. Третье. Искать возможности изменить среду под себя. Наводя порядок в квартире, подъезде, участвуя в жизни дома, своего двора, мы постепенно делаем наш город комфортнее и безопаснее. Ну вот что может беспокоить обычного городского жителя? Вот. Ну, например, боязнь высоты, акрофобия. Разновидностью акрофобии является, например, боязнь пересечения мостов. Вот Москва, город, конечно, меньше, чем в Петербурге, да, но тоже много мостов. Вот. И представьте, есть такие люди, которые боятся пересекать реки через мосты. Они ищут различные возможности для того, чтобы лишь бы только не пройти по мосту. Такой урбанистический страх называется гефирофобией. Очень многих людей подавляют большие высокие здания. И здесь есть риск развития мегалофобии. Очень многие люди боятся заходить в лифты, в метро, спускаться в метро, заходить в узкие переходы. Почему? Потому что там очень тесно и возможен приступ паники, связанный с клаустрофобией. И таких примеров очень и очень много, когда физическое пространство, оно влияет на наши переживания. Наша способность человека мочь быть здесь, она напрямую зависит от качества физического пространства. Вот давайте посмотрим, что такое, какими характеристиками может обладать это пространство, которое может либо вызывать, либо провоцировать этот страх. Например, прежде всего, это соразмерность пространства. Если пространство очень большое, ну, например, площадь перед МГУ, то есть она огромная, и перед тобой вот это высокое величественное здание. Человек растворяется, теряется, он не может освоить это пространство. Или возьмем какой-нибудь торговый центр, где очень много людей. Ну, например, охотный ряд. Там же очень тесно. Тесно из-за большого количества людей, из-за самой архитектуры. То есть человек переживает что? Стесненность. То есть вот есть две характеристики соразмерного пространства. Это оно либо очень большое, либо оно очень узкое, тесное. Ну, вот представляете, вот как бы тебя поместили вот такое пространство, как ты себя будешь чувствовать? Ты будешь чувствовать себя очень стеснен, да? Что теряет человек, когда он оказывается в несоразмерном пространстве? Человек теряет опору либо вовне, либо в себе. Тема опоры – это тема тревоги. То есть мне не на что опереться, мне некуда спрятаться, я не могу контролировать
это пространство. Меня охватывает отчаянная непредсказуемость. Я оказываюсь каким? Я оказываюсь беззащитным. Что переживает человек, когда испытывает тревогу или страх? На самом деле человек охвачен во всех трех антропологических измерениях. Если проще, то на уровне тела. Что происходит с нами? Повышается давление, учащается сердцебиение, повышается сахар в крови, учащается дыхание, оно становится очень поверхностным, напрягается вся мускулатура. Для чего? Тело готовится к чему? Либо к борьбе, либо просто убежать, вообще покинуть это пространство, эвакуироваться из него. На психическом уровне, если мы испытываем большое напряжение в теле, у нас растет что? У нас растет возбуждение. Мысли хаотично скачут, внимание рассеивается, мы не можем сфокусироваться на чем-то, голова пустая. И еще одна очень интересная закономерность. Чем выше возбуждение, по идее, мы тем более готовы произвести какую-то активность. Но когда возбуждение переходит определенную нашу границу, мы, наоборот, наша активность может снижаться вплоть до блокировки. То есть мы находимся в ступоре, мы не можем даже убежать, двигаться. Почему случается с человеком паралич, когда он очень сильно пугается? То есть в состоянии шока, например, он не может даже сдвинуться с места, впадает в ступор. На персональном измерении мы какими становимся? Мы становимся очень бдительными. Да? Вот, но и готовы к действию, но при этом наше восприятие, оно очень сужено. Мы не готовы вступать в диалог и взаимодействовать с кем-то еще. От чего возникает тревога? Мы уже с вами проговорили, что человек теряет опору. Потеря опоры – это и есть основная тема тревоги. Вот представьте наглядный пример, когда человек стоит на нестабильной платформе. Ну, вот эта стабилоплатформа, да, вот для тренировок, которые используются. Что делает человек со своим телом, чтобы устоять на этой платформе? Он очень сосредоточен, он не отвлекается, он балансирует. Что произойдет, если человек не будет этого делать? Он упадет. Такое метафорическое падение и переживает человек, испытывая тревогу или страх. А у нас на профессиональном жаргоне даже есть такое выражение, как пропасти. Внутренние пропасти и внешние пропасти. Внутренние пропасти связаны с чем? Отсутствие каких-то знаний, каких-то умений, недостаток мужества, недоверие к себе. Либо внешне это неудачи, плохо складывается жизнь, тебя кто-то обидел. То есть человек оказывается беззащитным перед внешним миром и перед самим собой, по сути, да, он испытывает уязвимость. И что говорит человек, когда он испытывает уязвимость? Он больше не хочет переживать эту уязвимость. Что он говорит? Я этого больше не выдержу. Это основное, как раз основная установка человека, который испытывает страх и тревогу. Мне кажется, очень важно еще разобраться в понятии. Вот мы говорим страх, тревога. Когда мы говорим про город, я бы еще сказала даже не про страх, а тревогу, а про дискомфорт и некое напряжение. Потому что совершенно естественные реакции, например, испугаться. Что такое тревога? Тревога – это возбужденное переживание опасности или угрозы. То есть такая беззащитность. В страхе нам ясен предмет тревоги. Что это значит? Я знаю, чего я конкретно боюсь. Ну, например, я боюсь темноты. Патологический страх называется фобией. Поэтому у нас очень любят говорить, у меня фобия. Нужно понимать, что есть страх, а есть патологический страх. Это тоже нужно разводить. Есть другие формы тревоги. Это ужас, шок, паника. Например, всеми любимые панические атаки – это патологическая форма паники. Но и я бы не патологизировала вообще эту тему, поскольку действительно человек может испугаться. Например, когда резко выскочила из-за угла машины, например. Это вполне естественное, субъективное переживание. Что еще важно для понимания тревоги? Тревога всегда связана с напряжением. Не бывает расслабленного человека в страхе. Трудно себе представить человека, который боится, вот он разлегся в креслице и лежит, боится. Нет, так не бывает. Мы же только с вами проговорили, насколько человек возбужден, напряжен. В страхе и тревоге человек всегда защищает что-то ценное и важное для себя. Почему страх имеет над нами такую власть? Вот смотрите,
человек в обычной жизни занят тем, что у него есть. Чем занят человек, который боится? Человек полностью поглощен тем, что может произойти. То есть он находится постоянно в ожидании, что что-то произойдет. Что мы можем сделать, чтобы не бояться и не тревожиться? Я боюсь, и это фигура речи, мы еще не научились создавать суперлюдей, которые ничего не боятся. Вполне вероятно, химическими средствами мы можем отключить амигдалу. Это ядро страха в головном мозге. Вот. Но мы же обычные люди и говорим про свою обыденную повседневную жизнь. Я бы поставила вопрос следующим образом. А как мы можем обходиться со своим страхом? Первое. Отрицание и сопротивление страху контрпродуктивно. Когда мы избегаем своего страха, не говорим о нем и не признаем его наличие у себя, мы как бы дистанцируемся от себя. Мы не имеем доступ к своим чувствам, проблема не решается. Что необходимо? Необходима специфическая предустановка. И звучит она коротко. У меня это есть. То есть моей жизни сейчас принадлежит страх. То есть пусть это плохо, пусть это некомфортно, пусть мне это не нравится, но я понимаю, что у меня есть страх. И здесь очень важный момент. Не я есть страх, не я охвачен страхом от макушки до пят, а у меня есть страх. Что это нам дает? Это нам дает понимание, что кроме того, что я сейчас боюсь, у меня есть что-то еще. То есть я могу с этим что-то сделать. Например, глубоко вздохнуть, постараться расслабиться. А мы помним, да, что тревога, она связана с очень высоким, с большим напряжением. И здесь важно понимать, что признавая наличие у себя страха, мы не одобряем, не поощряем, мы не согласны с этим, и мы не смирились. Просто мы констатируем факт того, что в нашей жизни сейчас это есть. И второе. После того, как ты признаешь, что ты боишься, перед тобой встает основной вопрос. А что ты будешь делать со своим страхом? Что ты будешь делать? Избегать мостов, не заходить в метро, избегать больших скоплений людей. Будешь бороться с этим. И самое главное, чтобы преодолеть страх, нужно встать напротив него. Нужно отважиться додумать мысли про то, что нас пугает, про возможные и реальные события. Это дает опору. И таким образом мы понимаем, что не мы, ни наша жизнь страхом не заканчивается.